Всем привет! Оно как бы странное и загадочное. Смотрите, ставим дизлайк. Ну, простите, что именно на это видео. Где дизлайк? Ставим дизлайк. Убираем. Может быть, так будет просто больше дизлайков? Я не знаю. Ну, это... Понимаете, это уже что-то странное. Такое уже было у Ларина. У Ларина, у других блогеров. Что это? Это что-то непонятное. Сейчас поставил дизлайк. Обновляю. Просто интересно, Рань. И вы, блядь, видите, нет? Где мой дизлайк? Ну-ка, заткнись. Ну-ка, блядь. Где мой дизлайк? Где мой дизлайк? Где, 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 где? Снова ставлю дизлайк, ты. Оп. Обновляем. Ну, стоит со второго раза. Со второго раза, ребята. Вы только что все это видели. Это можно воспроизвести, ну, как бы... Не, я не способен. Я не способен, смотреть. Нет. Я помню, что там было помедленнее. Я помню, что... Вот он глючит, вы понимаете? YouTube глючит. 1.25, нет. Кьюр надо... Появилась еще такая странная вещь. Смотрите, это мой плейлист «Понравишься видео». Вот. Ну, Олеся Елагина «Понравившееся видео», да. Открываем видео. Смотрите сюда. Это видео, нет ничего. Следующее. Вы же закончили, да, школу? Тут есть. Нету. Есть. Ты чем свободное время занимаешься? Нету. Вот где лайк? Вопрос. Празднуешь сегодняшний великий день? Какой? День звезд. Старый. Ну и что, у меня есть... У меня одна знакомая так умеет. Ну где же мои лайки на многих видео из понравившихся видео? Все видят понравившееся видео. Понравившиеся. На всех лайки. Похоже на человеческую кость. Да, потому что... YouTube сегодня в видеочате «Ночь на земле», фрики, психи, шкуры. Доброе утро. Ты на востоке, да? Почему утро-то? А потому что... Почти на всех лайки. Ну, где мой лайк? Понравишься видео. Лайка нет. Лайка нет. Лайка нет. Лайка нет. Еще один блогер снял видео на эту тему. Кстати, это мое видео. Это было на моих глазах. Смотрите. Я поставил дизлайк, а там 0 дизлайков. И себе поставил лайк, то было тоже 0 лайков. А теперь убираем дизлайк. Минус 1 лайк. Дизлайк. Со, а теперь... Минус 1 дизлайк. А теперь ставим лайк. Ну, это дизлайк. То есть дизлайк, то дизлайк, дизлайк. А теперь давайте лайк поставим. А минус 1 лайк, 1 лайк. Выходим. Заходим. 0. Ну, ставим, типа это 1. Уходим. 0 лайк. Убираем лайк. Минус 1 лайк. Ставим лайк. 0 лайков. На этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока. Надеюсь, это видео также помогло решить эту загадку с этими лайками и дизлайками.
Большое спасибо Нихаю за помощь в этом деле. Ребята, шел день, шла ночь. Дизлайк не стоит. Ставлю дизлайк опять. Нету дизлайка, нету дизлайка, нету дизлайка. А вот... Вот это может быть проблемой большой, если вдруг это зависит от того количества дизлайков, сколько поставили. Вот если один человек может поставить 30 дизлайков, тогда это неправильно. Это неправильно. Вот кто-нибудь это мне объяснит когда-нибудь. Когда-нибудь. Я не могу поставить ни дизлайк, ни лайк. Давайте посмотрим, если это будет лайк. Ну, лайк. Вот, лайк. Лайка тоже нет. В общем, без разницы. Ставите вы лайк, ставите дизлайк. Нет у вас права ни на лайк, ни на дизлайк. Или вообще, что это такое? Непонятно. Ни лайк, ни дизлайк. Вот давайте посмотрим. Лайк ставим, убираем. Лайка нет. Ну где же лайк? Нет лайк. Придется так жить нам, дорогие друзья.